Всем привет! Сегодня я хотел бы поделиться с вами очень вкусным и сытным блюдом, ну а точнее его рецептом. Это блюдо кавказской национальной кухни, а еще точнее это блюдо армянской национальной кухни. И называется оно хашлама. Хашлама происходит от слова хаш, то есть варить. И сегодня мы будем вот эту всю красоту варить, то есть готовить в казане. Нам потребуются следующие ингредиенты. Вообще хашлама готовится из баранины. Но баранины в нашем городе хорошей не найти. Поэтому я взял телятину на кости и красивые молоденькие свиные ребрышки. Также нам для приготовления нашей вкуснятины понадобится очень-очень много овощей. Из овощей мы будем использовать помидоры, баклажаны, сладкий перец, лук, чеснок, морковка, ну и картофель. Картофель делают, наверное, только в России. Обычно хашлама готовится без картошки. Ну а какие нам понадобятся сегодня специи? Специй будет у нас немного. Из специй будем использовать хмели сунели. Мясо любит зиру, значит будем использовать зиру. Черный молотый перец и соль, и все. Также нам понадобится очень и очень много зелени. Из зелени мы будем использовать душистый базилик, кинзу и петрушку. И все это мы положим в наш казан. Ну а после того, когда всю эту красоту мы загружаем в казан, все это дело мы заливаем пивом. Пиво я сегодня взял нефильтрованное и пшеничное. Ну что, друзья, начинаем нарезку мяса. Погнали! Мясо для хашламы вообще не маринуется, сразу закидывается в казан. Но я решил его для начала замариновать, чтобы оно стало еще вкуснее. Итак, нам понадобится для маринада черный молотый перец и соль. Пока все. Примерно пару чайных ложек. А вообще добавим сразу и зиру. Примерно вот столько и растираем ее. Ну что, мясо наше мы нарезали. Сейчас начнем нарезать овощи. Ой, блин, это лишнее. О, все, начинаем нарезать дальше наши овощи. Ой, ну что, устал, но нарезку всю закончил. Теперь мы будем все закладывать в казан.
Ну что, начинаем закладывать всю эту красоту в наш казан. Причем, заметьте, в холодный казан. Мы пока костер не разжигали. Нижним слоем чуть-чуть положим лучка. И начинаем укладывать наше мясо. Так, добавляем соли. Вот, и только теперь мы выкладываем картофель. Ну что, друзья, вот получился у нас полный 16-литровый казан. Теперь всю эту красоту, всю эту вкуснятину мы будем заливать пивом. Первое пшеничное. Все. И вот только теперь мы будем разжигать огонь. A few moments later. Ну что, прошел у нас час приготовления нашей хашламы. Давайте посмотрим, что у нас тут происходит в казане. О, ароматы обалденные. Все варится, все парится. Сейчас мы попробуем на соль. Что тут у нас по соли? Вкуснятина. Соли достаточно. Теперь мы добавим сюда чесночок. Добавим еще зелени. Ну и закрываем еще на 1 час. Пока приготовится полностью наше блюдо. A few moments later. 2 часа ожидания закончились. Слюни бежали, бежали. Теперь мы будем пробовать, что у нас получилось. Смотрите, какая красота. Сейчас нам все это дело нужно будет перемешать. Так, чесночок мы тоже уберем. Он нам больше не нужен, весь свой аромат он отдал. Ну и пробуем перемешивать. Ой, какая красота. Да, жалко, телефон не передает все ароматы. Ароматы просто обалденные. Вот такой наваристый у нас получился мясной суп. Мясной и овощной. Бульон просто супер. Сейчас попробуем картошку и мясо. Все классно, ребята. Все получилось. Картошка мягкая, мясо мягкое. Вкус овощей. То, что варено на пиве. Все очень здорово. Пробуйте, повторяйте такой же рецепт. Мы будем с вами прощаться. Всем до новых встреч. Всем пока.